Вони є найбільші. Не знаю, як тут, но народу безлось. І конат, і усес. Усе їм іспитати стоїнос. Пусть не насинуть на пам'яті. Пусть чечі не сануть на мені. Пусть яйка на сонечко сеці. Не туся сімой, вічність. Створення «Вічний огонь» в исполнении Ёлки Семеняна из 1-го класса. Над могилой в тихом парке острые тюльпаны ярко. Вечно тут огонь горит, тут солдат советский спит. Мы склонились низко-низко у подножья обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдат защищали, жизнь за нас они отдали. Сохраним в сердцах своих память светлую о них. Как продолжение жизни солдат под звездами мигной державы. Цветы на родных могилах горят венками немеркнущих сил. Пусть будет мед, раз слава, тросов и 1-й класс. Пусть пулеметы не сточат, и пушки грозные молчат. Пусть небо не клубится дым, пусть небо будет голубым. Пусть мама роза по нему не прилетает никому, не гинут люди, города. Небо у нас есть. Я, ребята, на войне в бой ходил, горел во мне, мерз в окопах под Москвой. Но, как видите, живой. Не имел ребята права, я замерз на снегу, утонул до переправы. Дом родной отдать врагу, должен был прийти я к маме. Хлеб носить, косить траву. День Победы вместе с вами видит небо синеву. Помнить всех, кто в горький час сам погиб, а землю спас. Я веду сегодня речь, вот о чем, ребят. Надо родину беречь, по-солдатски связь. Героям Победы спасибо и всем Елизаветам. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда, в 45-м. Вы крови и потом добыли победу, вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем, пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Обелиски. Ленин, Илья, 1-й класс. Стоят в России обелиски, на них фамилия солдат. Мои ровесники, мальчишки, под обелисками лежат. Притихшие в печали, цветы приносят полевые. Девчонки теры стоят вдали. Теперь уже совсем День Победы. Армия Саша, 1-й класс. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют стройсолдаты. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверки взлетают к небу, просыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запах весны. Что такое День Победы? Это нет, это наступление. Дорогих ветеранов, с Днем Победы! Желаем